Всем привет, дорогие друзья, с вами Некрос, и сегодня мы играем в Лигу Легенд. Я сейчас помогу немножечко этому леснику чуть-чуть побить и пойду к себе на топ. Мы сегодня играем за Джакса. Я, правда, к крипам немножечко не успеваю, ну да ладно. Не, успел, смотрите-ка. О, нет! Ребята, это эко. Я не хотел как раз, чтобы он против меня попадался. Но это очень плохо. То, что он против меня, это ужасно. Потому что он ультанет и просто вернется во времени. И то, что я его там ударю, в этом смысла никакого не будет. Понимаете? Оп. Так, надо Counter-Strike прокачать, чтобы на него нападать, на этого. На эко. В принципе, Джакс герой сильный, конечно, но эко слишком имбоват, как по мне. Не люблю я против него играть. Ну, не люблю прям. Прям очень не люблю. Вот, видите, что творится? Вот что творится. Когда Джакс нападает. Когда Джакс нападает, это всегда жестко. Я даже не стал прожимать этот Counter-Strike. Хотя мог бы. О! Я уже не смогу его убить. Хотя... Ну, я уже неплохо. Уже First Blood от меня есть. Это уже неплохо. Значит, что-то я могу. Так, а мы, наверное, будем второй промакшивать. Да, мы, наверное, второй промакшивать будем. Так, значит, теперь мы что делаем? А, мы можем вернуться на базу, кстати. И вот так вот. И закупиться. Шин. Мы шин можем купить, и это будет такая дичь. Если мы шин купим, то там... Там очень много урона будет, на самом деле. Давай, дерись со мной, дерись, давай. А, вот это уже, видите, мне не нравится. Такая штука. Воу-воу-воу-воу, полегче, Джакс. Что ты творишь? Сейчас ведь на меня джанглер еще, если выйдет. Вообще будет жестко. Я бы этого не хотел. Ведь может выйти. Чем дольше Джакс бьет, тем он быстрее бьет. Вот в чем приколюха. Вот. А потом на ульте у него будет еще на каждый третий удар он будет усиленно бить. Вот это я зря сделал, кстати. Ну ладно. Но теперь мы, если будем прожимать ульту, у нас будет Magic Resist. Magic Resist добавляться. Вот. А я не прожимаю. Я по ситуации. Если он третьим... Если он будет меня бить, я третий скилл прожму. Если нет... Воу, вот это я вообще его просто вымешиваю. Когда-то я помню, все орали, что Джакс очень, очень имбовый. И мне кажется, он имбовый остался. Ну. Вообще. Дичь творит.
Так, но пока его нет, я смогу отойти, кстати. Можем Ой. Вот это не надо, вот это не надо. Ви пришла. Диана хочет напасть. Но я, правда, не знаю, сможем мы. Да, отлично, вообще отлично. Я еще включил ульту, у меня из-за этого Magic Resist и все, то есть у меня увеличилась сопротивляемость вообще ко всему. Круто, круто. Тогда лучше я, знаете, что сделаю? Я, наверное, триньку куплю. И ботиночки вот так вот. Во-во-во, так лучше, мне кажется. А этот... вот эту бы тоже надо штуку купить. На раз хотя бы. А, вот это, да. И что я хотел? А, люцики. Да, люцики — это ботиночки, которые уменьшают КД, откат скиллов. То есть он быстрее у меня будет откатываться второй, а он и так откатывается 3-4 секунды. Откатывается еще быстрее будет. То есть очень быстро. И я буду прыгать постоянно, второй включать. Точнее, третий. Да, я третий буду чаще включать, и второй. Ага. То есть меня уже разожрали так неплохо. Я уже опасен. Опасно. Максимальный уровень опасности. Ой. Опасно. Опасно. Главное, чтобы сейчас никто не вышел. Так, быстрее бьем. Дольше бьем, быстрее бьем. Пойдет кто-нибудь, интересно, на меня? Если пойдет, я могу и умереть. Нет, там все нормально. Хорош, все, уничтожили. Уничтожили. А, до треньки еще далеко. Пока нормально. До треньки. Ну, мы можем еще тут пофармить маленечко. Правда, я боюсь, что кто-нибудь придет. Хотя все там, ну, внизу. Угу. Все, вот теперь можно уходить. Можно уходить. Сейчас мы треньку купим, и будет прям вообще. У нас тренька — это что? Здоровье, мана, атак дэмэдж, атак спид нифиговый такой. И кулдаун редакшн, то есть быстрее кулдаунятся скиллы у наши. Вот сюда, кстати, надо бы... Ой, сейчас... Ой-ой-ой! Я сейчас еще на этих. Давай, давай, давай. А где он? Не, все, Диана. Диана все сделала. Давайте прожимать бот. Что такое? Что? А-а-а! Понял. Мид Ви. Ви убивает. Надо ее перехватывать. Где она? Вот она. Ну, сейчас она... Разорвала. Алло, Райс. А что-то он это... Левел-то такой... Высокий. Он меня не убьет, не? Это ж Райс. Райс сейчас очень простой и имбовый стал. Так, вниз пойдем сейчас с Дианой. А, мы прям вот так обходить будем? Да ладно. Или что она хочет? Видно нас, интересно? Иди сюда! А чё не на неё-то? Ну, давайте на неё, ладно. Иди сюда! В смысле, как он умер? От чего? Что-то поджег его кто-то, видимо, или я просто уже не успеваю. Так, а чё такого-то? Давайте сломаем быстрее.
ОМГ, go back. Так а чё go back-то? Это, знаете, очень странно. Вот я не понимаю, почему люди так делают. Можно быстрее втроём сломать башню. Быстрее башню сломать втроём. И, по-моему, сосисками запахло. Если мы быстрее... А, вот, дракона. Если мы быстрее сломаем башню, то, мне кажется, это лучше будет только. А Ког'Маф, типа, как Кэрри, он начинает... Вот, ты мой фарм забираешь. Люди жадные, вообще жадные, очень, очень жадные. Я не знаю, в чем прикол. Нет, давайте уже определимся, мы будем бить дракона или мы будем... Ког'Маф зачем так делает? А зачем я ульту прожал? Она мне не нужна была. Надо понимать, чё как. Да, сосисками пахнет. Видимо, я сейчас кушать буду. А сейчас я не могу, мне... Что такое? Мне кажется, с прошлой игры я как-то подтянулся немножечко. Люкс, иди сюда. Сейчас мы с тобой поговорим. Ну ладно, не будем мы с тобой разговаривать. Сейчас я ударю крипа, и этот скажет, типа, не кради мой фарм, да? Кстати, у меня ведь на топе-то дела-то есть. Так-то. Так-то дела есть. Ну, давайте этого заберу. Мидера убивают. Мидер убивают! Мидер убивают! А давай, Алистар. Алистар. Ладно. Опа, Люсян. Опа, Эко. Решил баф забрать синий. Иди сюда. И забрал ведь. И забрал ведь. Ну, это стил, конечно, был. Но что поделать. Ну вот, смотрите, уже обзываются. Ну, может быть, это был стил. Ладно, ну, что поделать. Мы все равно выигрываем. Какая разница-то? Я говорю, люди жадные вообще. Меня еще и нубом обзывают. Вы понимаете, да? То есть я еще и виноват. Я размесил топ, и я еще и виноват в этом. Ты смотри, какая. Какие, да? Смотри, какие. Ну так не... Тихо. Я не настолько внимателен, чтобы такие вещи разгружать. Я лучше лишний раз это... В таких ситуациях я лучше это... Отойду. Когда мало жизни, я уже не столь, скажем так... Ну вы поняли, да? Мне просто сложно рассчитать конкретное количество урона, которое я смогу поглотить. Диана, да? Диана. Ну пусть Диана, вот и она же все орала, что мало этих скиллов. Вот пусть киляет. Так, это мы в этот слот. И вот это, да? Когда же мы уже эти-то соберем? У нас теперь мы сможем с коктеком. У нас вампирик же должен быть. Нет? А чё, вампирика нет больше? Я давно уже не играл, там был патч какой-то, и что-то там изменилось, то есть вампирика больше нет. Что-то такое. Это у нас что, пассивное? Но я помню, что хэктек Джаксу нужен. Чё-то ребята ерундой стали заниматься. Райс, да, идет. Райс идет. Иди, давай. Давай. Сразимся, давай. Иди сюда. Куда они? Куда вы там? Привет. 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 Иди сюда. Иди сюда. Опа. Трипл килл. Раньше, я помню, хэктек вообще для Джакса вообще очень жестко заходило.
А если у нас, смотрите, хэктек, он дает ability power, и мы собираем вещи, которые дают и ability power, и атаку. И чем больше атаки, тем больше от ульты у нас армора, и, соответственно, с ability power оно работает точно так же. Пусть ребята пока мид попушат. Так, а как же он хилится? Это heals for 15% of damage dealt. Все, это вампирик. Вот поэтому я его и брал. И люцики теперь. Какой у нас КДР? 25, говорите? 35. Ну вот. Что там происходит? Алло. Я тут. Джакс тут. Ну, как-то я телепортировался, как-то, ну, вообще глупо. Джакс тут. Я смогу теперь лечиться. Опа! Видали, что? То есть я могу бить, я могу лечиться. У меня еще и ульта делает меня более жирным. То есть вообще очень хороший персонаж. И во время включения третьего скилла меня еще и бить не могут. То есть миссы там 100% промахов. Нормально, да? Толстый, дамажистый, промахи. Ой. Вот это я зря. Тихо. Я даже ульту от испуга включил. Зря, кстати, очень. Очень зря. Сейчас она мне понадобится, а ее не будет. Когда у меня жизни меньше половины, я уже начинаю немножечко нервничать. Потихонечку. Под башню я никогда не лезу. То есть вот дайв, тауэр дайвы, от меня этого не ждите. Для этого нужно быть... обладать, скажем... ух ты, вот-вот-вот, видите? Какая штука получается. Вот я сейчас могу из-за вот этого мува умереть. Потому что калькулейтинг отстает. У меня больше, знаете, получается такая осторожная игра... Такая игра у меня получается лучше. А вот именно рисковые такие всякие приколюхи, у меня они не получаются. Это уже больше к другим игрокам. Да оно тебе даже полечиться не дает. Не стиль мой фарм. Чё жадные такие, они? А ну хотя зачем мне на базу-то идти? А дракон есть? О, так я могу его забрать. Давай, сейчас мы тебя... размесим вообще. Давай. В мясо дракона этого. В соло. Бум. Минус дракон. Чё они там делают? Силу почувствовали. Значит, надо уже это... сливаться. Ну, давайте, бейте танка. Я сейчас подойду. Неплохо. Nice help. Да, ну, насчет того, что, типа, ребята ругаются еще как. Тут ругаются. Но надо же своей головой думать. Давай. Давай, давай. Бу-бух. Пум. Ой, еще этот Thunder God сработал. Все, сдались. Изи, изи катка. Лучшая катка in the world. Там, наверное, мне еще и S дали. Но, правда, вы не увидите, потому что черный экран у меня тут. Захват окна. Да? Смотрите. А, или нет? S... А, А с плюсом? Да так как так-то? Я же в этот раз лучше сыграл, чем в предыдущий. Такого быть не может. Ну ладно. Дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. Это была супер-пупер катка. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и рассказывайте о нем друзьям. Всем пока.